десятки не будет, и голод, ты же понял. Сначала ты же уши и нос. Понял? Через час. Время видишь? Время видишь, ты говорил. Вы что, блядь, думаете со мной педагазы сказку попали? А? Дело было не так, Паша. А ты мне сам по телефону сказал. Ты мне сам сказал. Ты положил телефон на диван, я ушел, телефон пропал. Чьи слова? А? Чьи слова? Чьи слова, говорю, ты мне лично сказал. Я говорю, время видишь? 14.30, 15.30, я 10 тысяч не вижу. Я тебе отрежу голову. Сначала отрежу уши, а потом отрежу голову. Понял? Я тебе сейчас в базар. Понял? Витя, мне полчаса. Час ровно времени. За то, что ты меня, Гука, обосрал перед людьми, понял? Позвонил, блядь, Витьке, Валерке, Оксанке, нахуй. Позвонил, блядь, всем, ё-моё. Даже Ольга знает, откуда, ё-моё. А? Ты меня перед всеми, нахуй, обосрал, что это я сделал. А я мог это сделать или нет, об этом мог подумать хоть раз в жизни. Я так не говорил. Да ты мне там лично это сказал по телефону. Ты мне сам лично это сказал, что ты положил телефон, я ушел, и телефон пропал. Я мог у тебя его взять, ты об этом мог подумать, хотя бы ты тупой головой. Он наоборот говорил, что где-то во дворе потерял его. Нет, тетя Валя, он позвонил мне. Почему? Я позвонил? Нет, я ему поставил условие. У него ровно час времени. Есть? На. Батя, на, батя. Какие это условия поставили? А на, подходи, подходи. Я через час приду. Пошли домой. Пошли домой. Не вытирай кусти, все в крови. Все с балкона вылезли. Пошли домой быстро. Иди домой. Да ладно, подожди, да, разберем. Не надо разбирать. Что ты на его сказал, что он телефон тебе украл? Да, он мне. Кто мне телефон? Ну а зачем? Ты чуть по духу не слышишь. А зачем ты сказал мне? Так лично тоже. Ничего не говорил. Все, не подходи туда. Паш. Я тебе сказал, у тебя час времени. Подойди сюда. Я рядом, я недалеко. Давай разберем. Давай. О чем разговор? О чем разговор? Ты мне вчера. Ты сначала пошел Оксанке сказал, сказал Сосулину, что я у тебя украл телефон. Звонила Оксанка мне на телефон. Какой телефон? Твой. Какой? Я не знаю, какой. Давайте забираем. Такого не было, у тебя ложная информация. Ну, который ты потерял, что ты дурака-то? Думал, врубает эту тварь. Какой телефон ты потерял? Пропущен. Дай сигарету. Поехали. Витя, твой пропущенный домашний телефон. Номер домашний. 391-261-74-82. Ваш домашний телефон. Дальше идет Сусуля. Дальше моя мамка идет. Ты к моей мамке приходил, мой номер спрашивал у нее. Мать меня звонила вот на этот номер. Ты у нее переписывал. Ты что, дурак что ли, а? Да ты еще раз ебать. Ты нормально, а? Блять, ну мне... Нет, моя мама меня влет, а? Я знаю, он... Поехали дальше. Все, все перечислили, а? Больной. У меня мама приходит, я домой зайти не успел, мама такая. Почему мне приходит маляться и спрашивает у меня? Говорит, я ему, говорит, ну как его знает, мы уже сколько лет. Ну как вы мне дали, что так же она же его тоже знает. Что это ко мне такое заходит, все. Мамка его уважает. Ну, пьяный перепил, ничего не соображаю. Так он меня опозорил перед всеми здесь. Да просто опозорил. Таблеток напился, дурак дураком стал, блядь. Я с этим всю ночь. Всю ночь. Сейчас. Пьёда не было. Нет. Зачем он тебе поднимать? Зачем я подниму? Вдруг потом у тетю Валю что-нибудь попадёт. Ну, я не поднимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю. Серьезно, ты расскажи нормально. Ты всем рассказал, что я у тебя украл телефон. Понимаешь?
всем рассказал. Вовчику рассказал. Не было. Сосулина подал? Не было такого. Ну ты говорил Сосулину. Что ты мне узнал? Да, что я у тебя лично, я у тебя узнал. Паша, не так уж. Не так было. Я слышала разговор. Он сказал, что он разговаривал, был, и говорит, возможно, оставил. Потом пошел, дверь где-то ему не открылась. А то, что ты лично взял, вот такого он не говорил. Он сказал, что звонил и, видимо, положил и оставил. Кому я не помню, он говорил, ну Пашка не может взять, вот так он еще. Да, Валера уже скидывает. Валера сказал, я не буду вас в руку. Нормально, час. У тебя час времени. Я тебе признаю, сейчас готова ты будешь. Сейчас, не дам. Ты не прощай. А он знает, что это за год. Но ты не прощай. Какая разница, здесь мы вместе. А ты вместе, а лучше.